Скидки, акции и специальные предложения. В торговом доме «Людмила Плюс», как всегда, много новогодних сюрпризов для постоянных и новых клиентов. Плитка десятков видов, в наличии и под заказ. На отдельный ассортимент скидка 5%. На любой вкус, разного размера, формы и цвета. Для ванных комнат и кухонь. Здесь плитка спокойных тонов с традиционным рисунком, есть и необычные коллекции. А вот бордюры и декор можно купить по рекордно низкой цене – от 10 рублей. Такой вот новогодний подарок для любимых покупателей. То есть это максимальная цена где-то около 50 рублей. Очень хорошие бордюры. Можно украсить великолепно свое помещение. Для гостиниц, санаториев, для частных домов отдыха мы предлагаем большой выбор душевых кабин. Унитазы, раковины, мебель для ванной. Причем душевые кабины у нас установка и доставка бесплатная. Для любителей водных процедур «Людмила Плюс» предлагает душевые кабины любого цвета и дизайна с разным набором функций. Ну а мебель для ванных комнат и санфаянс по сниженным ценам. Торговый дом – это действительно дом. То есть это дом, в котором можно приобрести мебель, заказать натяжные потолки, купить очень необычный кофе. «Людмила Плюс» хочет предложить новый продукт для жителей и гостей. Это секонд-хенд, скорее бы я назвала это сток итальянской одежды. Разнообразные джемпера, джинсы, пальто, куртки. А вот, например, мебельный салон «Формула уюта» предлагает изготовление кухонь из массива или пластика, а также шкафы-купе, перегородки, комоды, спальни и другая мебель по индивидуальным размерам. Действует новогодняя скидка – 10% на встраиваемую технику. А это продукция салона «Двери и окна». Здесь металлические двери можно приобрести от 3000, а межкомнатные – от 2000 100 рублей за комплект. А также, например, двери с вот таким оригинальным решением. Одним словом, торговый дом «Людмила Плюс» теперь дом торговли, где можно приобрести все для дома. Кстати, клиентам магазина советуют сохранять чеки. В «Людмиле Плюс» по адресу Донская 3/3 проведут уже традиционный новогодний розыгрыш подарков среди покупателей. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.